Здравствуйте, дорогие подписчики, гости нашего канала. Продолжаем видеосъемку, наш видеорепортаж с Крыма. Сегодня мы находимся на пляже санатория Днепр. В прошлом году здесь был закрыт пляж только для отдыхающих санатория Днепр. Но вот в этом году вход бесплатный для всех посетителей. Вот такая красота здесь на пляже. Отдыхающих мало. По отзывам все говорят, что здесь очень хорошее лечение. Ну, я не знаю. Я здесь не лечился, не отдыхал. Вот тут обновление у них произошло. Плиточкой выложено все. Вот такие сюда мы спускались по ступенькам. Назад поедем мы на лифте. Такая красота. Стабилизатор мой разрядился, так что будем снимать просто на телефон, без стабилизатора. Ну, вроде как здесь есть стабилизация в этом телефоне, который я недавно приобрел. Такая красота. Море чистое, теплое. Детей не вытащишь из моря. Тучки сегодня. Тут вот можно взять лежачки, полежать, отдохнуть. Можно внизу под навесиками, возле моря. Отдыхающих мало, наверное, люди боятся, может, многие ехать. Тут обстановка в целом стабильная, спокойная. Кораблики плавают. Там вдалеке военных кораблей много. С моря неохота уходить. Тут можно переодеться. Ну, уже люди уходят, потому что жарко. И мы собираемся тоже уже покинуть пляж. Очень жарко. Поедем домой. В Гаспру. Мы живем в Гаспре. Живем в квартире наверху у наших родственников. Вот, если идти вдоль этой набережной, можно попасть туда дальше. Санаторий Родина, потом парк мотель Марат там дальше. Вот здесь вход уже в лифт. По нему поднимаемся наверх. Сейчас мы покажем. Что, идем, дети? На, деньги положи. Поле бесплатно, да?
Поля, смотри, какое пещера, да? Пещера. Это... Да, там темно, там пещера, да? Вот такой вот вход. Пещера. Пещера, да, Поля? Пещера. Тебе не страшно? Темно, ну вот поэтому по этой пещере, как Поля говорит, идем и попадаем в лифт. И поднимаемся уже к санаторию Днепр. У них на территории очень большой парк. Очень много высажено хвойных деревьев. Вообще дышать такой воздух чистый. Классно. И вот сюда идешь, и там дальше будет уже лифт. Ну, на этом у нас, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.